А можешь посоветовать какие-то три развивающие игры, либо, может быть, каких-то действия, да, с ребенком, либо, может, прогулки, либо во что-то вовлечение его, да, что действительно вот, тебе кажется, ну, пойдет на благо, да, на саморазвитие ребенка? Ну, во-первых, что касается чтения, читать необходимо с мимикой. Ребенок, когда рождается, у него эмоции формируются по реакции родителей. Как они эмоционально среагировали, он понимает, что это было что-то положительное, либо хорошее. Мы читаем, допустим, ребенку сказку и с эмоциональностью на него смотрим, перекладываем, останавливаемся, делаем паузу. То есть текст должен быть живой. И тогда это игра, и ему интересно, и он понимает, он оживает. Дальше всевозможные техники на развитие, наподобие сенситивного тренинга, допустим, гармонизация полушария мозга, поставлены в игривой форме, допустим, задержки дыхания. Не так, давай-ка сделаем задержку дыхания, а в игривой форме, там, подуй-ка там на цветочек, сдуй там бабочку, прорабатывай дыхательные пути. А ну-ка давайте, кто там сделает задержку дыхания дольше, в такой соревновательной форме. И все развитие должно быть в игривой форме построено.